будем дискутировать, я поняла. Ну, на самом деле, у нас, в принципе, все одеваются без помощи стилистов. Это новое течение, просто из-за того, что выбор большой, да, многие барышни не могут определиться с выбором, и им обязательно нужен такой стопор, который будет ходить с ними по магазинам и говорить, это бери, это не бери, это круто, это не очень, это мой витон, это must have. Но в целом многие женщины стремятся все-таки следить за модными тенденциями и самим сочетать, применять такое творчество тоже, даже если и не, с дизайном не знакомы, со стилем не знакомы, обычный офисный работник, но тем не менее все листают модные журналы и стараются выглядеть стильно, модно, современно.